Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Я хочу показать, как должны вращаться лопасти вентилятора. Вот так вот будет видно. Вот так будет видно. Значит, если они вращаются медленнее или быстро останавливаются, это значит то, что вентилятор пора смазывать. Смотрите видео, как смазывать, как я смазывал вентилятор. Короткое видео есть и длинное видео, весь процесс. Там еще я дополнительно разбирал механизм выключения, ну, вернее, не разбирал, а собирал, и полностью все делалось. То есть, если крутится, вот вы так толкнули легко, если он там быстро останавливается или включается на первой скорости и очень медленно, или его надо вообще раскручивать на первой скорости, то с ним будут такие же проблемы, как с вот этим. Он или просто сгорит, или будет не будет выдавать свои функции. Ну, в общем, лучше просто смазать. Всего лишь надо 4 капли масла. Вот такого вот масла. Индустриального или синтетического моторного масла смазать оси. Как это делается? Есть 2 видео, короткое и длинное. Так что смотрите, подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Используйте ваши вентиляторы, ремонтируйте их, чтобы не покупать новые. Зачем покупать, если эти хороши? Они будут служить много-много лет. Этот уже у меня 20 лет, и до меня он еще, наверное, лет 30, то есть ему где-то лет 50, это точно. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!